Органы юстиции Республики Казахстан являются органами исполнительной власти в пределах своей компетенции, осуществляющими правовое обеспечение деятельности государства, поддерживающими режим законности в работе государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан, обеспечивающими защиту прав и законных интересов граждан и организаций. Областной департамент юстиции является территориальным органом юстиции Министерства юстиции Республики Казахстан, который входит в единую систему органов. Подробнее об основных задачах, функциях, правах и обязанностях областного департамента смотрите в материале. Одним из стратегических направлений деятельности органов юстиции является работа по повышению правосознания граждан, правового всеобуча, разъяснения законодательства и улучшения качества правовой пропаганды среди населения. Областной департамент юстиции осуществляет правовое обеспечение деятельности государства, поддерживает режим законности в работе государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан, обеспечивает защиту прав и законных интересов лиц и организаций. Один из направлений является оказание юридической помощи населению, и по этому направлению у нас в Жамбылской области на сегодняшний день задействованы, работают 234 адвоката, из них 139 на сегодняшний день подписали с нами договоренности о том, что будут оказывать юридическую помощь. За 2023 год было выделено около 150 миллионов, освоено на сегодняшний день 52 миллиона. Оказана юридическая помощь населению, гражданам около 6 тысяч. Задачами департамента являются осуществление государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, относящихся к некоммерческим организациям, охрана и защита прав интеллектуальной деятельности, государственное регулирование деятельности в сфере исполнения исполнительных документов, осуществление производства по делам об административных правонарушениях, а также защита государственных секретов. Органами юстиции в этом направлении сделана большая работа по выдаче электронных доверенностей. Раньше это производилось только в двух государствах, во Франции и в Литве. На сегодняшний день и в Казахстане эта функция работает. Это по цифровизации, по направлению цифровизации. Кроме того, департамент осуществляет контроль за качеством юридической помощи, оказываемых физическим и юридическим лицам, адвокатами, нотариусами, юридическими консультантами. Ринар Рахматуллин, Галамжан Исинбаев, Айкын Акпарат.